рождения Иерахима, который мы хотим отметить, и всему коллективу производственной группы «Фосфорит» выпала честь и великая ответственность записать в историю объединения новую дату, которая произойдет 28 августа 2015 года, по началу строительства аммиачного производства нового поколения, аналогов которого в России до сегодняшнего момента нет. Более того, хочу сказать, что в мире всего лишь два действующих производства в Саудовской Аравии и одно производство, которое строится в Соединенных Штатах Америки. Строительство аммиака последует еще диверсификация, дальнейшая переработка аммиака в азотные сложные комплексные удобрения, будет строительство карбамида, азотсодержащих продуктов. То есть таким образом вы превратитесь в настоящую полноценную азотно-фосфорную химическую компанию, и вы будете пионерами. И создать еще не одно рабочее поколение, которое продолжит ваш труд, ваш опыт и передаст следующим поколениям. Если заглянуть в даль истории, испокон веков, с момента закладки крепости Ямы до настоящего времени, на долю ваших земляков и предков выпала большая ответственность и большие испытания, которые подтвердили то, что на этой земле живут настоящие, мужественные, трудолюбивые, ответственные. АО МХК «Иерахим» присваивается Губанчиковой Ольге Марковне, директору по финансам и экономике ООО «ПГ «Фосфорит»». Учетными грамотами АО МХК «Иерахим» награждаются Абаншин Виталий Петрович, монтер пути железнодорожного цеха. Герман Галинов. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции. Кузнецов. Климов Владимир.
центральный район Виктор Эвальдович Гешеле. Уважаемые дорогие кингисепсы, ямушцы, работники компании «Иврахим», сегодня действительно очень замечательный, прекрасный день, и очень приятно, что сегодня на этом празднике присутствуют такие уважаемые, почетные люди нашего города и района и Ленинградской области. Сварите, все это замечательно, это прекрасно, ведь действительно в романтические 60-е строилось это замечательное производственное объединение «Сварит». Интенсивно, позитивно, конструктивно развиваясь в 70-е годы, и уверенно ходя в 80-е. Но наступили 90-е, трудные, сложные годы. И действительно, вот в этот период очень часто бывает так, что большую роль играет личность и в большой, и в малой истории. В этот период администрацию Кингисеппского района возглавлял Александр Ильич Дрозденко. И именно его гражданская позиция, позиция руководителя, позволила решить те сложные и очень трудные задачи, которые стояли перед фосфоритом в то трудное время. Корпуса и Кингисеппского района города Кингисеппа, и от фосфоритовцев вам, Александр Юрьевич, за то, что вы сделали тогда. Дорогие друзья, праздник замечательный, и действительно фосфорит и Иврахим развивается и идет вперед. Поэтому я скажу коротко, конкретно и определенно. Вы наше прошлое, вы наше настоящее, вы наше будущее. С праздником! Дорогие земляки, уважаемые гости нашего города, уважаемые кингисеппцы, фосфоритовцы, недавно на этой сцене, я, наверное, так имею право сказать, у нас дома наш дорогой родной губернатор Александр Юрьевич Дрозденко все шаги, все вехи фосфорита от начала строительства до лихих 90-х и до 28 августа того дня, великого дня, который будет праздноваться скоро у нас здесь открытие аммиака, все рассказал пошагово. Это великая история фосфорита до Иврахима и в Еврахиме. Куда бы сказать о наших днях настоящих и о нашем будущем, о чем мы мечтаем. Я с уверенностью хочу сказать и поблагодарить фосфоритовцев, компанию «Иврахим» за то, что мы эти 10 лет, которые за спиной, прожили совместно, дружно. Мы ставили задачи и были системны в этих задачах. Вкладываются колоссальные средства в социальную сферу, в развитие здравоохранения. 10 лет назад мы сделали очень много совместно для нашей центральной районной больницы. Проекты были сосредоточены тогда именно в образовании и здравоохранении. Эти проекты были успешны, и они коснулись буквально нас всех. Рассказать о тех делах маленьких, больших, которые Иврахим в лице фосфорита решает на территории города Кингисеппа. Это настоящий друг, это настоящий партнер. Без него мне лично, как главе администрации, жилось бы гораздо сложнее. И поверьте мне, в Кингисеппе не было бы той ауры, которая есть. И вот теперь сегодня, уважаемый наш губернатор, уважаемый Виктор Викторович, сказали и подтвердили, что 28 числа мы будем закладывать капсулу. А до этого времени уже сделалось столько много, что фосфорит реально вдыхает в город Кингисепп вторую жизнь Кингисеппа. А это нам было страшно, важно и нужно. Несмотря на строительство порта услуга, несмотря на помощь многих терминалов, которые помогают сегодня решать социальные задачи в городе Кингисеппе и в районе, фосфорит лидер. Фосфорит сегодня наш настоящий партнер, и мы строим будущее. Что говорить, и не надо скрывать о том, что это наше достояние. Yeah.
Еврохим – это не только фосфорит. Сегодня на фосфорите работает 1200 человек, а если посчитать всех работников компании «Еврохим», то сегодня это набирается больше 2500, а скоро будет, наверное, и больше 3000. Потому что «Еврохим» в Кингисеппе представлен сегодня и ремонтными службами, это «Ремстройсервис». Сегодня «Еврохим» представлен в Кингисеппе и портовыми сооружениями, которые, я надеюсь и уверен, что в следующем году начнут строиться в услуги. Сегодня здесь в зале находятся работники портовых сооружений, которые находятся у нашего соседа компании «Еврохим», тоже в Силамяе. Поэтому сегодня в Кингисеппе компания «Еврохим» звучит это гордо.